безусловно, каждый матч важен. Кубок России, вечерний турнир, тоже престиж. Мы бьемся за победу в каждом матче, вне зависимости от того, кубок это чемпионат или товарищеская игра. Я люблю факел, потому что с 6 лет я занимался в Ешоре факел. И с малых лет, с 6 лет, всегда ходил на футбол после тренировок. Всегда болел за факел, где бы ни находился, в каком-либо городе. Стараюсь посещать все матчи, даже были на выезде несколько раз. Вот. Поэтому факел у меня в крови, в душе. Наша народная команда. Поэтому и люблю. Наша команда, наверное, самая народная команда. Вот. Не хотелось бы обидеть других болельщиков народной команды. Вот. Поэтому и я же говорю, что они простые пацаны. Мы любим команду, команда любит нас. И наше дело поддерживать ее на каждом матче. Отец приучил, в 3 года привел на стадион. И вот уже с 83-го года хожу. Любовь. Сегодня ожидание увидеть новичков в составе, ну и, наверное, хорошую игру. В первую очередь, раз за болельщики, играют душой, всегда поддерживаем их, они поддерживают, то есть они выходят к нам, разговаривают, дают авторов, и дети рады, все довольны. И вот, по-моему, ребятам тоже это новое, очень понравилось в прошлом году. Дай бог, чтобы это новое ощущение вот этого игры, азарта, вот этого ощущения болельщика продолжалось и в этом году. Ну, мне нравится факел, потому что он почти всегда побеждает, и это Воронеж, это мой любимый город, я люблю свой город. Я хочу передать привет Гудиеву и Марку, потому что это самые лучшие футболисты, самые крутые. Марков в прошлом раунде забил гол, а Гудиев не пропустил ни одного мяча соперников. Желаю удачи факелу, я верю в вас, победы вам. Недавно наша команда вышла на другие горизонты. Собственно, все объединились благодаря этому и, естественно, стали одной большой семьей. Ну, ко всему прочему, стоит отметить, что до выхода в премьер-лигу болельщики активно поддерживали факел в футбольной национальной лиге и во времена чуть менее успешных, чем сегодняшний день. Мы надеемся, что все победы, все успехи впереди. Команда Вадима Евсеева воспрянет духом и покажет, что такое настоящий воронежский футбол. Мы надеемся, что песня придется болельщикам по душе. Да, кстати, я бы отдельно хотел поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают, за то, что пишут, что им нравится или не нравится. Неважно, главное, чтобы команда побеждала. И надеемся, что этот трек им в этом будет помогать. Факел, факел вперед! Зимою и летом. И в стужу, и в зной. Всегда мы болеем за факел родной! Папа, что такое факел? Всегда задав вопрос. На ветрам из Воронежа. Эй! За факел родной, тебя не эмблема твоя на груди. Потому что это воронежцы, а мы всегда поддерживаем друг друга. И тем более у нас такая знаменитая в кругах команда, и уже не в кругах теперь. У меня много знакомых в детских группах факела играю. Поэтому вот так. Я думаю, что наш Воронеж просто огромная большая семья. Вот и все. Ваня! 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 Наш огонь!
Отличный заработок! Я думаю, предпосылка была конец первого тайма, когда мы допустили ошибку тоже при штрафном ударе. Вот. И, наверное, надо было учитывать то же самое и в конце матча. Без ошибок доработать. А мы, наверное, уже начали думать о серии пенальти и выключились. Конечно, ждал дебюта в основном составе. Вышел в целом положительные эмоции. Игра получалась очень хорошей, мы давили, играли очень хорошо до последней минуты, но, к сожалению, на последней минуте произошел такой момент, и нам забили гол, к сожалению, проиграли.